доктор Герпес. Опять наклепал какую-то гноту? Мишас инцидент. Я сейчас не понял. Подожди. Минутку, я сейчас вам покажу, я только... Я сейчас не понял. Это игра в Стиме скоро будет. А что я здесь делаю? Я сейчас не понял. Ладно, не подождите, я не понял. Мишас инцидент. То есть это страница в Стиме. Скриншотики вроде даже прикольные, да? Давайте так вот. Я сейчас... Минуточку. Я сейчас не понял. Так, во-первых, я эту рисовку узнал, кстати, да. Я, во-первых, эту рисовку узнал, да, это Zetlov, он постоянно кидал посты в деградач, за которые паблик снести могут, но тем не менее, талантливый малой. История о том, как глупая девушка столкнется со своими первыми финансовыми трудностями. Миша, 23 года, жадна, прожорлива, непомерно глупа, груба, безработная. Экономическое состояние отрицательное. Возможно, вам поможет дружеская поддержка. Варя. Сомнительные связи. Здорово, точно магазин. Тарас Шушенко, вы... Написано доктор Герпес, но это же Мижган. Почему? Я... Ой. Сколько вы готовы заплатить денег, чтобы она вас отпиздила, ребят? Вот давайте. Ирен Берсерк. Вот сколько вы готовы заплатить бабок, чтобы она вас отхуярила? А может, все-таки стоит поискать работу? Странный ребенок. Ёбаный дети. Ищите работу днем и ночью. Что это за игра такая? Понять не могу. Изучите этот странный мир. Система дня и ночи. Не с концов, все видите коллекции журналов. О-о-о! Множество странных персонажей, изучить странный город нового мира. С ним дня и ночи, выбор пути заработка. Миша, 23-летняя девушка без рода, морали стабильный заработка, вдруг осознает, что не может вечно переживать на микрозаймах. Особенно это понимание приходит, когда коллекторы уже стучат в двери. В ее погоне за обогащением он встречает странный новый мир с ее странными организациями, людьми и иными существами. Примите ли вызов от странного мира или решить продать свою невидность?
А может, поищите более удивительный способ заработка? Судьба может поджидать вас в случайном лифте или в раскладах Таро от некого афериста. Ну все, ребята, у нас, кажется, потихонечку игры года начинают появляться, претенденты. Я сейчас кину ссылочку. Тут мем в чате. Это что такое? Это что такое? Это не тот Миш... Нет, вы... Вы, господа, дамы и господа, это хватит. Это... Ты что, девушке догадал? Бупс, когда начнешь стримить взрослый контент, фильмы, игры, на Бусти, посмотрели бы... Да, походу, скоро, блядь! Да, походу, скоро, дамы и господа, потому что эту игру, я так понимаю, хочешь не хочешь, а постримить надо будет. И, походу, именно с этой игры и начнется наше удивительное путешествие в мир игр эксклюзивно на Бусти. Ой, господи ты, боже мой, куда мы попали?